Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Так, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сегодня Родина Ролиплей, Центральный округ. У них здесь Кирилл Подболу, вы не забывайте увидеть их при регистрации. Итак, пацаны, сегодня суббота. Как оказалось, у меня сегодня выходной, да. Я пока что дома, хотя может в часика 3, сейчас в часика 3, может и пойду работать, не знаю, посмотрим. Если мне позвонят, то я, конечно же, пойду работать. Сегодня я хочу вступить в какую-то организацию, я посвятил собесы. И скоро собес будет правительство. Я уже хочу вступить в какую-то фракцию. Радиостанция. Ну, вот, собеседование будет скоро, через 28 минут. Вы правительство Южный. Может, я сейчас раньше приеду, может, сейчас меня могут принять, не знаю. Если там лидер есть, давайте Лядерс посмотрим. Лядерс. Радиостанция только есть и украинская мафия, к сожалению, да. Ну, не знаю, значит, наверное, в следующей серии вступим. Не знаю, чем сегодня займемся. Я думаю получить номера на i8. Может, тоже блат выпадет, как и на Чароне. Не знаю, посмотрим. Я сейчас направляюсь к ДПС, получается. И там уже попробую получить номера на i8. Будут теперь у меня все тачки на номерах. Потому что я долгое время не ставил вообще номера никакие. И на рассезде, на вертолете, я попробую поставить на него автолог, как я и говорил. Возможно, у нас это и получится как-то. Но это не точно. Не забывайте вводить мой ник, пацаны. К тому не трудно. Короче, да. Я вчера зарегал аккаунт на Южном округе. Хотя я говорил, там не буду снимать. Просто с чуваком там зашли с Ricky Game Channel. Он говорил, типа, давай зайдем, поиграем. У меня там ничего нету. Я не знаю, там буду снимать или нет. Потому что бабок вообще у меня нету. Поэтому... На фейков там не видитесь на Южном округе. Я если там буду снимать, вы об этом увидите видосик. Так, тут никого нету, все, поехали. Сейчас получим номера на нашу i8. Так, я уже помню, где у нас тут номера получать. Сейчас пробую, какая-то дичь, наверное, выпадет, скорее всего. Не знаю, посмотрим. 4-4-3-8. Ну, такое себе на самом деле. Жалко, их нельзя как-то... Еще раз вы, типа, там, раз в день, чтобы можно было номера менять на машинах. Было бы тоже круто. Но буквы, наверное, Галимовы не выпали, по-любому. Скорее всего, да. Ладно, какие номера есть? Конечно, да. Два раза не могут падать блат, как мне на Чароне выпал. Номер красивый, короче. Так, давайте, я думаю, эту форму сюда объедем по Борику. И поедем сейчас поставим номера. Надеюсь, буквы будут какие-то хотя бы прикольные. Так, заезжаем, короче, и попробуем сейчас получить номера эти. 5000 стоит. Окей. Рюш 4438. Ну, неплохой такой номерок, да. Если хотя бы было 3 четверки и восьмерка в конце, было бы, я думаю, получше, конечно же. Но такие номера, думаю, тоже пойдут. Так что запоминайте номерки, чтобы там тоже на центральном округе меня с фейками не путать. Я в основном на Чароне катаюсь. Ну, i8 я редко беру. Поэтому вот такие вот дела. Так, давайте посигналим. И поехали, я возьму вертолет, попробуем поставить на него автолог. Кстати, пробег у меня вообще на нем маленький. Почти 300 км, у меня на Чароне даже больше пробега, чем на i8. Хотя i8 купил примерно 4 или 5 месяцев назад. Поэтому, да. Пробег, конечно, маленький. Ну, я думаю, это вполне себе нормально. Капиталить ее не надо, потому что... Хотя я помню, капиталил ее недавно. Ну, где-то месяц назад. Так, информация в авто. 86. Нормально все, можно кататься еще. Пацаны, давайте поактивны на родине. Ставьте обязательно лайки просто. Вот зашли только на видос, ставьте лайк. Давайте поактивнее. Да, я знаю, вы любите Амазинг, но, блин, Родина тоже классный проект. Давайте тоже поактивнее как-то по родине. Как-то мало просмотров набирается. И лайков. Поэтому ставьте лайки обязательно там, делитесь с друзьями. И я думаю, будет все нормально с активом. Потому что я стараюсь, для Василички снимаю. И хочется хоть какой-то отдачи от вас. Поэтому обязательно ставьте лайки. Так, вот наш вертолет. Нас, да. Наш вертолет, короче. Так, i8 я, короче, здесь поставлю. И давайте берем вертолет, попробуем поставить на него автолог. Кстати, может, мы получим номера на вертолет? Как вы думаете? Было бы тоже, я думаю, интересно. Я знаю, что это можно сделать. Вот что-что, номера на вертолет можно по-любому поставить.
Можно этим тоже заняться, в принципе. Я думаю, было бы прикольно, если выпал бы Blood тоже какой-то. Ну, хотя на E8 нам не Blood выпал, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Так, давайте повыше поднимемся. Дальше вот здесь казино, и здесь S100 за ним. Если я на крышу приземлюсь, я смогу автолок, интересно, поставить или нет? Мне вот реально это очень интересно. Хотя, блин, на тачке же нету сигнала, по-моему, да? На вертолете, точнее. Я думаю, мы этого не сможем сделать. Мы никак, да, не поставим на него автолок. Или сможем поставить. Блин, ну было бы круто, если бы... Ну, да, нельзя же сигналить на вертолете, как я поставлю. Что-то я тупанул. Ну ладно, тогда полетели, наверное, получим номера на вертолет. Может быть, что-то нормальное выпадет. Я надеюсь на это. Так, вот мы подлетаем, короче, к ДПС, получается. У них, походу, тоже все вертолет есть, я так понял, да? Интересно. Так, паркуемся, короче. У них тоже, оказывается, свой вертолет есть. Блин, я об этом даже не знал. Кстати, он такой прикольный у них. Ну ладно, у нас тоже нехуёвый такой вертолет, поэтому погнали, попробуем получить на него номера, я думаю. Но это по-любому у нас получится номера поставить, потому что я видел номера на вертолетах. И, возможно, нам что-то нормальное выпадет. Но навряд ли. Так, вот. Окей. 3-2-5-5. Ну, блин, ну, хотя бы было бы 3 пятерки. Я думаю, было бы тоже нормально. Ну да, что-то не везет. Это на Чирон не повезло, такие цифры выпали. А тут что-то не везет. Ну что ж, момент истины, так. Рюш 3-2-5-5. Что-то мне только рюш, пацаны, выпадает. Ну такое все, да. Кстати, здесь есть типа вокзал или это метро, я так и не понял. Давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратней. Сейчас вертолеты будут кобзда, походу. Давайте я его здесь под мостом поставлю. Я просто давно хотел посмотреть эту систему, типа, тут какую-то, типа, на поездах ездить или что. Так, все, глушим наш вертолет и пошлите посмотрим. Попробуем сейчас поехать в Арзамас, либо еще куда-то. Вот это место, короче. Но это вокзал или что? Не, подождите. Где у нас вокзал, получается? Так, это у нас, подождите, там было написано. А, вот у нас вокзал, кстати, это есть. Выйти на улицу. Что там вообще пишет? Так, стоп, назад, назад, давай. Что у нас тут вообще пишет? Южный ЖД это. Ага. Хорошо, так. А как нам тут поехать можно, типа? Давайте посмотрим. Касса, во. Так, покупка билета в город. Арзамас. Стоимость 700 рублей. Хотите купить билет? Да. Вы спешите купить билет для поезда на поезд. Так, а как поехать на поезде, типа? Куда надо идти? Типа на поезд туда надо идти или куда? Я просто понять не могу реально. По-моему, блин, я смотрел обновление видео Булки на GTA, по-моему, на GTA RP. Там, по-моему, такой же самый вокзал. Что-то мне это напрягает. Так, а куда идти надо вообще? Я купил билет, но я не знаю, куда идти. Давайте, может, сюда сходим назад, типа. Тут поезда стоят. Может, типа, как-то здесь надо это все делать? Я не знаю просто. Что-то я бежал полностью в здание и нигде нету, блин. А как поехать в Арзамас вообще? Кто-то мне может объяснить? Я ж купил билет. Что с ним дальше делать? У вас уже есть билет на поезд. Ну и что делать? Мне есть билет на поезд, но что с ним дальше делать, я без понятия. Кто знает, короче, напишите в комментариях, потому что я без понятия реально. Я думаю, давайте посмотрим работу адвоката, получается, да? Потому что я хотел посмотреть работу работника налогового, мы смотрели. Поэтому давайте посмотрим работу адвоката. Это нам будет в КПЗ, по идее, надо будет ехать, ну ладно. А мы, нам надо будет переодеваться или нет? Сейчас посмотрим. Но надо, чтобы нас потом, по-моему, в КПЗ пустили. Ну сейчас по бурику, если не получится, то уже в следующих сериях как-то подробнее посмотрим эту работу. Так, все, я нашел, короче, устроился. Основная цель вашей работы заключается в помощи игрокам, которые попали в тюрьму. Вы можете помочь им с сокращением срока на за определенную сумму денег. Собственно, с этого и идет ваша прибыль. Найти заключенных можно в двух полицейских участках, а именно в участках Южного и Арзамаса.
У вас есть возможность просмотреть базу заключенных, чтобы узнать уровень их преступности. Чем выше их уровень преступности, тем больше платы за сокращение срока. Их местоположение, чтобы приехать и помочь. Так, Зекс, сократить срок фри, да? Зекс, хорошо, я понял. Нам никуда передеваться не нужно. Так, Зекс. Зекс. Почему-то не работает команда. Хм. Странно. Зекс. Зекс. А что она не работает вообще? Хм. Типа нам может один надо типа писать. Ну ладно, полетели тогда в южный тогда. Мы и так в южном, в принципе. Попробуем там кого-то освободить. Так, вот я прилетел. Конечно, я буду кому-то мешать, хотя я посередине прям припарковался. Что-то на парковку не захотел я лететь. Бля, я... Что-то я думал, на слона сам нету. Это жестко. Так, давайте посмотрим. Типа, можно с поличным, типа, сдаться или что? А, интересно, в какой же вы собрались, если вас нет в списке разыскиваемых? Ага, это на улицу выход. Мне можно назад, да? Спасибо. Так, а это у нас... Ага. У вас нет ключей от двери. Но здесь, походу, никого нету, поэтому смысла нету туда идти. О, тут столовка даже есть. Но я здесь не могу пойти хавать. Вы не состоите в основном со струи. Окей, я понял. Ну что ж, тогда я на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city.